мои дорогие подписчики! Мы с вами на канале Супер Развлекательный, и мы так давно не играли в мои любимые игры, а именно в игру «Тактические монстры». Она нас уже заждалась, бедненькая моя игрулечка. Сегодня мы с вами обязательно сделаем чего-нибудь интересненькое. Ну, для начала интересненько заберем 300 монет. Вот так вот. А теперь посмотрим, что нам игра прислала. Она всегда нам шлет столько всего, просто закачаешься. Смотрите, друзья, игра поздравляла и поздравляла нас с Новым годом. Ого, она нам столько карточек навручала. Вы только поглядите, а сколько алмазиков. Спасибо большое. И еще раз с Новым годом. 66 карточек. Вот это круто. И еще раз с Новым годом! И еще карточки! Друзья, это просто невидимое количество всего такого ценного! Вот она нам шлет компенсацию за неудобства! И опять с Новым годом, друзья! Да у меня столько монет ни в одной игре не было! Вот честное слово! Так, давайте еще забирать кристалликов, да побольше. Раз у нас с вами такое богатство, мы обязательно должны его немножечко потратить. И мы с вами это сделаем. О, начинаем праздновать китайский Новый год. Вот, забираем за это тоже кристаллики. Какая замечательная игра! Вот еще одно обновление. Вот еще одно новогоднее поздравление. Вот это да! И еще одно, смотрите, батюшки! Это просто бомба! Это немыслимое количество, друзья, играйте в эту игру! Она просто обалдеть! Вот, смотрите, меня поздравили еще и с Рождеством! Отлично! Веселого Рождества! Веселого Рождества! О, новая рождественская карточка! Ой, что это за обезьян? Получен новый монстр Сару! Эпический монстр! Сару – японский сумо. Никто не знал, что Сару почти стал первым йокодзуной. Высший титул бойцов сумо среди снежных обезьян. Портал доктора Волтера переместил его из Японии как раз в тот момент, когда он почти вытолкнул своего оппонента с ринга. Его мечты оказались разрушены в одно мгновение. На другой стороне портала победы все еще доставляют ему огромное удовольствие. Но он скучает, скучает по Энсену, горячий источник, и Тянко-небе, похлебка для сумоистов. Ой, бедненький наш Сару, но мы не дадим ему скучать. Мы обязательно с ним пойдем сегодня в сражение. Тем более, он эпический, друзья. Так, а вот еще. О, карточки уже имеющиеся у нас монстрика. Как здорово. Нам в этой игре достает все на свете, честное слово. Поэтому мы обязательно сегодня сделаем огромные покупочки. Друзья, для начала зайдем в экспедицию и заберем первый раз карточки, представляете? Ого, смотрите, вот это экспедиция, вот это да. Мы наконец-то улучшаемся. Так, экспедиция завершена, и мы, кстати, можем еще кого-нибудь отправить туда. Например, кого-нибудь божественного. Что скажете? Ой, да, нужно отправлять самых лучших. Вот вперед. Первых отправили, теперь послабее воинов отправим. Так, а здесь можно? Нет, к сожалению. Но ничего, я не переживаю, две экспедиции — это тоже очень хорошо. А мы с вами зайдем к монстрам, ведь сегодня их можно улучшать, друзья. И это Укун, у него 9-й уровень, и я могу его улучшить. Давайте мы его улучшим, потратим наши монетки. Кстати, Укун скоро будет 11-го уровня. Ему совсем чуть-чуть не достает карточек, заметьте. Так, давайте дальше смотреть. Вот, новенькая. Мы ее еще ни разу не брали с собой. Ой, какой зайчик.
Ой, по-моему, мы ее уже брали с собой. Что-то я не помню. Мисси была с нами? Как давно не была в этой игре, я уже ничего не помню. Давайте ее улучшать. Вот у нее 7-й уровень. А сейчас будет 8-й уровень. И прямо сейчас будет 9-й уровень. Классно, ее уже можно брать в сражение на чистых основаниях. Так, а это кто у нас? Это уровень Йети. 7-й уровень. Сейчас он будет у нас 8-й уровень. Ого, на 9-й ему нужно очень-очень много карточек. Давайте дальше смотреть. Ого, смотрите, это же Салих. Он всего лишь 5-го уровня. Но мы его улучшаем, и он становится 6-го. Молодец, Салих, какой же ты красивенький. А еще вот он, Сару. Он всего лишь 3-го уровня. Зато это эпический монстр, и мы можем его улучшить до 4-го уровня, потом улучшить до 5-го уровня и, наконец, улучшить до 6-го уровня. Какой же он красивенький! А вам нравится? У вас уже есть такой монстр? Если нет, обязательно заходите в игру «Тактические монстры». Он у вас наверняка появился. Давайте смотреть дальше. Вот наш Канар. Канар у нас тоже улучшается. Правда, на 1 уровень. Теперь он 6-го. А здесь Дюрахам. Он у нас был 5-го уровня, а теперь улучшится. Ого-го, на сколько? 6-й. Смотрим дальше. К сожалению, только до 7-го. Слишком много ему карточек нужно. Так, а здесь никто новенький не появился? Эх, не появился. Но вы знаете, я довольна этими моими монстриками. А еще я довольна, что мы с вами обязательно в конце игры зайдем в магазинчик и купим себе что-нибудь классненькое. Мы пропустили в ней столько праздников, и Новый год, и Рождество, и даже День влюбленных. Поэтому мы обязаны зайти в этот замечательный магазинчик. Так, а что у нас в защите шахт? О, сундучок открылся. Там монетки. Что, еще и карточки? Нет, к сожалению, карточек никаких нет. Ну и ладно, монетки нам тоже очень дороги. А мы с вами отправляемся в приключения, то есть новое сражение. Ох, у нас новая карта, глава номер 7. Давайте попробуем, надеюсь, она не будет слишком сложной. Итак, ого-го, 6-е, 7-е, 8-е уровни. Но у меня же есть очень сильные герои. И я думаю, что их обратно выберу. Итак, используем мою одну из самых любимых карточек. И думаю, что она пойдет вот как раз вот сюда. Теперь со следующей стороны у нас пойдет еще кто-нибудь очень-очень сильный. Вот, 12-й уровень. Прямо вот сюда. Отлично. Теперь у нас пойдет какой-нибудь уровень пониже, но очень тоже красивый и классно сражающийся. Так, куда же ты пойдешь? Вот сюда. А здесь, я думаю, отправить вот эту новенькую. Пускай она тоже испытает свои силы. 1, 2, 3, 4. Кого-то надо отправлять на подстраховочку. Может, это будет Мишка? Пускай будет Мишка, он же у нас очень-очень крутой. Правда, я даже не знаю, с какой стороны его куда отправлять. Все, 1, 2, 3, 4, 5, мы идем в бой опять! 1-й уровень 7-й главы. Надеюсь, получится пройти ее на 3 звездочки. Так, смотрим. Ох, какой светленький мир. И первый у меня начинает, ага, сразу начнет и сразу закончит с 6-м уровнем. Неплохо. Ну давай, подлетай. 1, 2, 3. А главное, она никому не преграждает дорогу. Вот это самое приятное. Так, что там у нас? Он что, даже не дойдет, что ли? Ладненько, сейчас попробуем. Ну иди давай. 1, подошли. Теперь, о да, это, конечно, не очень весело. Но ничего, мы подходим медленно, а в нас стреляют тоже медленно. Что, будешь сражаться? Да мы тебе сейчас с первого раза как прихлопнем, мало не подкар. Ого, они вдвоем на нас напали. Так, Мишка, твоя очередь подходить поближе. Давай, медведь, вот так вот. А
теперь, ой, смотрите, какие, смотрите, какая наша героиня с двумя зайчиками. Она что, стрелять умеет? Ничего себе! Ладно, давай. Вот это стрелок, мы действительно ее еще ни разу не использовали. Так, пускай, может быть, стрелок посражается с стрелком, а мы с вами отправимся поближе к вот этим монстрам. Итак, первого нужно уничтожать. Вот этого, наверное, он самый сильный. Давай. И бабах. Отлично. О, бабах получился вроде бы неплохой. Так, а с тобой мы вот этим разберемся. Давай, подходи. Ну же. Отлично. Подходи, подходи. Вот так вот его. Замечательно. О, что-то мне это не нравится. О, смотрите, они в самого слабенького сейчас бьют. Надо ему, наверное, отходить куда-нибудь. Ай, удар. На тебе, получай. О, избавились, ребята, мы от него избавились. Ой-ой-ой, удар. Нет, мы его потеряли, друзья. У меня даже слов нету, друзья. Что же нам делать? На тебе, получай. Мы потеряли 10-й уровень. Ничего себе. Так, а это что за клеточка? Не пойму я. Это щит дает. О, смотрите, одного зайчика она отправила к моей летающей баронессе. Ну что ж, баронесса, давай избавляйся от нее. Вот так вот. Правда, зачем ей этот зайчик? Защита, что ли, какая-то? Ладно, избавляемся, и нам придется опять в этой битве, потому что мы ее закончили на 2 звезды всего. Так нечестно. Я хочу попробовать на 3 звезды. И думаю, что мы применим немножечко другую стратегию. Возьмем у Бунчика, нет, не у Бунчика, я хочу взять зайчика. У него, между прочим, 2 жизни, и это очень хорошо, прямо очень-очень-очень. Вот такой командой мы и отправимся в бой. Надеюсь, что у нас на этот раз получится. И от зайчика не избавиться так же, как избавились от моего эпического монстрика. Так, что делать, что делать? Ладно, подбегаем прямо вот сюда. Ну-ка, ого, они что, усилились, что ли? Ничего себе! Так, даже не знаю, как нам поступить. Вот так, наверное. И зайка, зайка серенький, подпрыгай. Бумц, вот так вот его. Ой, в зайца уже стреляют. Ай-яй-яй, кажется, они с зайцем решили все расправиться. О, у него уже силы почти нету, они его бьют. Ого, ого-го, зайка, тебе, кажется, пора отходить да куда подальше. Ладно, Мишка, иди сюда, слишком уж вас много. Так, что же мне делать? Мне что-то это совершенно не нравится. Ладно, от этой стреляющей буду избавляться. На, получай. Вот так вот. О-о, да, весело так весело. Ладно, с тобой будем разбираться. На, получай. Вот так вот. Ой-ой-ой, беда, огорчение. Заяц мой несчастненький. Ого, теперь заяц. Что же нам делать? Нам надо им отойти. Я прямо чувствую, что нам надо им отойти. Вот так вот. Ай! Ого! 12 уровень! Они гатят все 12 уровень! Ничего себе! Так, что-то мне это не нравится. О, они уничтожили 12 уровень все вместе! Да что ж такое? Вот это сложности! Вот это ужасы! Так, что-то мне совсем это не нравится. Что ж, давайте еще раз попробуем. Ого, ничего себе, вот это да. Такого у нас еще не было. И у нас нету суперсилы, представляете? У нас суперсила возникает очень-очень редко, а у них очень-очень часто. Убрала своего зайчика на свою голову 12 уровня. Просто победили за 2 секунды. Что, удар хочешь сделать? У нас ярость, знаешь, как срабатывает. Что же это такое? Ничего у меня сегодня не получается. Это, наверное, потому, что я очень-очень редко играла в эту игру. Что ж, у меня есть еще одна идея. И хотя она, наверное, глупая, но все-таки я поставлю своего стрелка. Так, 8-й уровень. Куда же, как же нам сыграть здесь?
Так, зайчик, наверное, ты иди вот сюда, а мы будем постепенно избавляться от восьмого уровня. При помощи кого мы будем избавляться? Я прямо ума не приложу. Так, 13-й. Хоть бы они с 13-м не разделались. Ладно, кажется, у нас выхода нету. Стрелок, заморозка. И может быть нам это поможет. Иначе я пойду на обучение. Вот честное слово. Так, смотрим внимательно. Так, хорошо. Вот от этого у меня есть возможность сразу избавиться и вернуться на свое место. Итак, давай, избавляйся. Раз, два, три. И возвращайся. Умничка. Так, отлично. Так, так, так. Теперь нам надо хорошенечко подумать. Они нападут все сразу. Я прямо это чувствую. Но ничего. Мы все равно подойдем 13 уровнем. Может, 13 выйдешь? Честное слово, прям так аж страшно становится. Ай, боюсь, что этот 8-й на зайца может напасть. Может, очень даже может. Вот это ударище. Ну что ж, ничего страшного. Эльза, вперед! Отлично. Немножечко мы его подранили. Ай, на зайца нападает. И уже сразу силу применяет. Да что ж такое? Ярость. Вот так. Заяц, беда. Заяц, совсем беда. Так, что делать? Что делать? Может быть, вот на этого 8-го напасть? Нет, лучше вот сюда. На-ка, держи-ка, получай-ка. Заяц, тебе нужно уходить. Я вот прямо это чувствую. Так, от этой мы избавимся. Избавляемся. Раз, два, три. Подлетаем, ударяем и отлетаем. Отлично. Теперь надо прятать зайца. Но вначале, я думаю, что мы избавимся вот от этого. Бабах! Отлично. Супер. А теперь, заяц, уходи. Уходи, иначе тебе будет крышка. Заяц, уходи. А, я боюсь, что все равно подойдет. Он подойдет, он 100% подойдет. Я прямо это чувствую. А от этого мы могли бы избавиться. Эльза. От этого я, Эльза, избавиться. Уходи. Вот так. А теперь мы делаем удар. Сверхмощный удар. Вот на этого красавца. Все, мы от него избавились. Главное, чтобы этот к зайцу не подошел. Вот, вот проклятый. Ну ничего. У него очень мало жизни. Раз, два, три. Так, а как ты с этим справишься? Ну, давай, моя принцесса, покажи ему. Он тебя уничтожал. Крик! Yes! Справились! Три звезды. У-ху-ху! Ребята, это круто. Наконец-то у меня получилось. Но это только... первый уровень этой главы. Это просто невероятно сложно. Поэтому я думаю, что мне стоит пройти какое-нибудь обучение в Академии монстров. Я уже тут много чего прошла. А что это за чужой обзор навыков? Странно все это. Ладно, давайте попробуем посмотреть чужой обзор навыков. Может, он нам что-нибудь полезное принесет. Итак, вот, это чужой. Мой пассивный навык кислота будет использоваться на врага, когда он меня атакует. Враги, забрызгивание кислотой будут получать дополнительный урон. Ух ты, классно. Ну что ж, давайте посмотрим. Раз, а теперь два. И атакую нашего 20 уровня. Вот, смотрите, какое классное забрызгивание. Мне нравится. О, класс! Этот монстрик атакует забрызгиванием кислотой. Классно, друзья, мне нравится. А давайте еще кого-нибудь посмотрим. Может, узнаем что-то интересненькое? Ну-ка, ну-ка. Ой, это опять чужой. Это тот же самый монстрик. Мой ультраудар пожирание наносит огромный урон. Если этот навык убивает врага, он пополняет мой уровень жизни. О, ребята, мы должны сюда заходить почаще. Тогда мы сможем узнавать о монстриках много всего интересного. Итак, пополняет уровень жизни. Этот навык также увеличивает мой урон и мобильность. Эффекты длятся до конца битвы. Какой же он классный! Итак, воспользуемся каким-нибудь эффектом. Ну, например, на этого. Итак, раз, два, три, пожирание! Ого, он его сожрал. Ребята, он сожрал! Смотрите, класс!
это да! Ой-ой-ой, кажется, меня тоже сейчас пожиранием займутся монстры. Ну что ж, давай пожрем вот этого. Пожирание! Ой, жизни восстановил, смотрите! Класс! Да, только, к сожалению, эффекты одного монстра длятся очень-очень даже недолго. Так, их очень тяжело заработать. Вот я что хотела сказать. Слишком тяжело заработать. Итак, еще одно пожирание. Мне нравится, когда он так съедает вот этих пушистых ежиков. Отлично, монстрик! Ты молодец! Итак, забираем мои награды. И у нас следующий герой. Купидон. Обзор навыков. Купидончик. Что ж, давайте хотя бы одним глазком посмотрим, что такое у нас Купидон. Купидон, привет! О, Купидон, смотрите! Мой навык неразделимые связывает двух врагов и ограничивает их мобильность в пределах определенного радиуса друг от друга. Это как это? Ладно, давайте попробуем. Опа! Смотрите, правда связывает, и они не могут двигаться. Ребята, классно-то как! Класс, вот это здорово, вот это сила. Правда, по-моему, у меня такого купидончика еще и нету. Хотелось бы его приобрести, он такой симпатичненький. Хорош, хорош, хорош. И главное, враги не могут двигаться слишком на дальние расстояния. Что ж, мы немножечко прошли базовую тренировочку. А сейчас я бы хотела заглянуть в режимы. Друзья, у нас есть режимы. Продвинутые тренировки, тренировка монстров. Смотрите, этот режим мы с вами знаем. А что это за партизанская война? Ой, хватайте всех своих монстров и сразитесь с 10 боссами подряд. Чем больше боссов вы победите, тем больше награда. Ого! Это же боссы, смотрите! Класс! Я хочу попробовать испытать. Вы сразитесь с 10 боссами подряд в одной битве? Друзья, мне кажется, у меня не получится с 10 боссами подряд в одной битве. Ну, давайте хотя бы попробуем. Посмотрим, на что гораст мои монстрики. Так, погодите, он что, первого уровня? Друзья, да вы это шутите, что ли? У меня все огромные, а этот босс только первого уровня. Так, ну что ж, ну давайте, ладно, попробуем. Используем только... Извините, пожалуйста, я вроде бы как не всех могу использовать. А давайте мы вот этого возьмем. Вдруг этот босс хранит какую-то секретную тайну. Ну что ж, идемте в бой. Я иду в бой, я иду в бой. Первый босс, привет! Ты где? Ты где? Ого, он огромный, смотрите. 10 боссов подряд. Надо было выбирать кого-то посильнее. О, я поняла, в чем прикол, друзья. Босса-то мы победим. Это понятно. Но у нас жизни не восстанавливаются. Вот в чем прикол. Ладно, идемте с двух сторон. Первый пошел. Так, кого бы взять? Что-то я, наверное, не тех монстров взяла. Так, кого бы, вот второй сейчас будет идти вот сюда. Отлично. Так, теперь у нас идет Убунчик. Убунчик, иди. Давай, я подхожу достаточно близко. Ой, надо было сразу сражаться. Что же я делаю-то? Ладно, этот со стороны. Что-то я не всех своих взяла. Ладненько, пойдем вот сюда. Как-то я совсем не то сделала. Ай-яй-яй, на тебе получай. Ого. Да он слабенький. А этот босс какого уровня? Ой-ой. Ничего себе, смотрите, их двое. А как такое может быть? Так, погодите. Постойте-ка, кто у меня тут сражается, говорите? Ладно, от этой избавимся, она стреляющая. Вот так, надеюсь, что она больше никого к себе не допустит. Так, подходи поближе. Вот, отлично, с этой справились. Следующий. Ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй! Так, а если мы сразу босса? Вот что-то мне хочется сразу... Нет, вот сразу босса, да. Вот так вот. Ля-ля, ля-ля, тополя. Вот, от босса избавились. А теперь сила стрельбы! Бабух!
супер! Слушайте, ребят, это просто. А ну давайте мне следующий уровень. Так, а они все, по-моему, первого уровня, что-то мне так кажется. Так, а вот с этой вот принцессой надо как-то справиться. Иди сюда, Мишка. Подходи поближе. Ой, тут еще один, смотрите. Ой, моего Убуна совсем затягали. Так, надо поближе подлазить. Идите сюда. Вот, отлично. Так, теперь этот красавчик с этой стороны. Ну-ка, бу-бух. Ай, замечательно, теперь Убун. Ой, у него сила, ребята, у него сила. Итак, сила и мощь, удар. Теневая обезьяна. Вторая тень. Зачем мне вторая тень? Мне удар нужно было сделать вообще-то. Вот так вот, отлично. Супер, еще один босс побежден. Друзья, у нас еще один босс. Ого, и их несколько. Так, давай мы будем стрелять. Вот с этим, например, справляться. Отлично, с этим справились. А теперь с этим. Мы все гораздо ближе, чем ты думаешь. Следующий босс первого уровня. Ого, их два. Их целых... Ого, ничего себе! Два босса вместе, ребят, вы что, издеваетесь? Да, действительно, два босса одновременно. Теперь у нас сложности. Так, у нас стрелок. Ой-ой. А что происходит? Почему они сами по себе дерутся? Я что-то ничего не понимаю. Так, с этим избавились. О, часы. Отлично, давай. Бубух делаем. Слишком круто. Мы превратили его в золотого. И тут же бубухнули. Так, где там следующий босс? Ого, нас отбросили, чтобы мы подальше были. Так, подождите, я не хотела, чтобы авторежим включался. Я хотела драться самостоятельно. Мне не нужен авторежим. Мы все справимся вместе. Вот так, давай, топот. Джш, супер, справились? Ой, это следующий босс. Ребята, это следующий босс, он будет стрелять. Ой-ой-ой, тут два босса подряд, смотрите. Ой, они сейчас избавятся от одного из моих убунчиков, представляете? Какой кошмар. Ладно, справляемся с вот этим вот. А теперь этот мелкий. Куда, интересно, он направляется? А он убуна моего стреляет. У меня всего два убуна, совсем мало. И я потрачу множество жизней на продвижение. Что ж, давай, подходи, кто может, ну же, поскорей. Вот так вот, отлично. Так, с этим надо как-то справиться. Эй, убун теневой, ты почему сам идешь в бой? Так, ладно, Убун не теневой, победит вот этого врага. Я надеюсь, что победит. О, отлично, победил. Ай, с теневым Убуном. Ребята, у меня получилось, я не потеряла ни одного, представляете? Битва окончена. Боссы первого уровня побеждены. Открыт новый уровень, второй. А еще открыты награды. Я хочу посмотреть. Спасибо. Ого! Супер! Я смогу прокачать своего вампира. А вот тут у меня еще одна штуковина открылась. Одна попытка в партизанской войне. Каждый раз, когда вы проходите уровень сложности в первый раз, вы будете получать дополнительную попытку. Супер! Теперь у меня все бойцы второго уровня сложности. Ребята, расскажите мне в комментариях, до какого уровня сложности вы добрались. Мне будет очень интересно почитать. Ну а мы с вами, как я вам и обещала, сегодня, благодаря всем этим праздникам и тому, что я их всех пропустила, думаю, что зайдем в магазинчик и посмотрим, что там продается. О-хо-хо! Специальный набор Кейджа, специальный набор Гобби. Ничего себе, продвинутый. Ой, это, по-моему, уже за денежки. А вот это за кристаллики. Да, даже не знаю, какой из них купить. Этот или этот. Ой, друзья, а давайте посмотрим, что у нас тут еще продается. Вот, например, карточки. Бесплатные кристаллики. Кристаллики, спасибо большое, я получила. Еще хочу получить карточки за 250 монет. Вот так вот, отлично. Еще хочу получить карточки за 300 монет. Билли, Билли, иди сюда. Может, вас можно будет попозже прокачать. И, конечно же, Морозика. Еще, еще, еще карточек. О, супер, кажется, его уже можно будет совсем скоро прокачать. А мы с вами вернулись к специальным наборам. И поскольку я пропустила так много праздников, я думаю, будет честно, если я куплю
оба этих потрясающих набора. Для начала специальный набор Гобби. Да, я его покупаю. Хочу посмотреть, что вы нам предложите за него. Монеток! Карточек Бунка! Супер, я его смогу прокачать. Полковник Баба, отлично, еще Кариса, обычный монстр, целых толпу, у меня будет просто обалденно прокачанная ведьмочка, еще Дракула, целая толпа карточек, и Гобби, эпический монстр, я смогу его прокачать, а еще у меня новая карточка, друзья, да, это новый монстр Землерой, чудовищный монстр. Землерой обожает свою Кирку. Он ест с Киркой, спит с Киркой и даже в душ ходит с Киркой. Конечно же, он также использует ее, чтобы проделывать дырки во врагах. Никакие препятствия не могут его остановить. Этот чудовищный монстр теперь наш. Я безумно рада. А что еще? Супер! Еще одна карточка эпического монстра. Кто это? Это Арис, легендарный монстр. Арена на горе Олимп уже не может утолить жажду битв Ариса. Но заветы древних запрещают ему покинуть Олимп. И ровно тогда, когда он начал думать, что умрет от скуки, ему в глаза бросилось странное объявление. Портал откроется ровно в полночь. Проверь свои силы в боях с монстрами из других вселенных. Это просто круто! Арис, просто обалдеть, как выглядит! Вы только посмотрите, какой он надутый, какой он злобный! Ребята, мы получили просто невероятное количество крутых карточек. Я безумно счастлива. Что же нас ждет в следующем наборе? Спецнабор Кейджа. Ну-ка посмотрим. Ого, там, наверное, еще круче. Давайте глядеть. О, монетки. И 11 карточек Харрисона. Чего так мало? 79 карточек Коннор. 591 карточка Медузы. Вот это будет его прокачка. Так, 135 Эльзы. Ура, мы сможем прокачать Эльзу достойно. А еще... Ого, кто это? Ой, что за чудик? Чудик, получен новый монстр Турока. Эпический монстр. Турок – единственная индейка в этом мире. Никто не знает, где он раздобыл свою броню, но оружие он точно украл с кухни. Ходят слухи, что он в совершенстве освоил рецепт вегетарианской индейки. Похоже, что на этот день благодарения в меню ее не будет. Какой он классный! 15 карточек, друзья! И еще один новый монстр, друзья, смотрите! Это новый монстр Труд! Чудовищный монстр! Когда появился портал, энты, загадочные леса, придумали гениальный план, чтобы их не засовывало в него. Они разбились на пары и опутали друг друга, крепко привязав себя к земле. Но одному неудачливому энту по имени Труд партнера не хватило. Зато теперь он с нами! Это же здорово! Класс, 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 класс! Неужели будет еще одна карточка? Ого! Вот это да! Новый чудовищный монстр Кейдж! Это как раз про него говорилось в сундучке. Кейдж – это кот Хатори Хэнзо, хорошо обучен древнему искусству ниндзюцу. Во время инцидента в Кеннеди он узнал о смерти Оды Нобунаги, направлялся со срочным сообщением об этом к Токугаве Иэясу, когда его затянуло в портал, не позволив ему повлиять на историю Японии. Бедный Кейдж, но зато он с нами, друзья, это так здорово! Легендарный! Еще один легендарный! Ого! Ура! В этом новом году у нас легендарная хрюшка-поросюшка Мистер Пи! Мы просто крутецки с вами! Легендарный монстр! Мистер Пи никогда не мог победить Укуна в битве и всегда уповал на недостаток оборудования. Он решил занять денег у короля дракона и потратить их на танк. Мистер Пи
бесцельно бродил по округе, когда услышал, что Укуна засосала в портал, поэтому он последовал за ним. Ага, это давний соперник Укуна. Но, друзья, они же будут сражаться вместе. Как такое происходит? Укун, ты где танк раздобыл? Порки, мистер Пи. Купил, конечно, гораздо лучше, чем моя старая мотыга, да, Укун? А деньги где взял? В лотерею выиграл, что ли? Занял у короля драконов всего-то пару миллионов. Ого, да он еще и богатенький. Укун, а отдавать как собираешься? А зачем? Теперь у меня есть танк. О, действительно, он просто суперский. А главное, в тему года свиньи. Ну что ж, ты мне очень нравишься, приятель, прямо очень. Мистер Пи в нашей команде. Спасибо вам огромное. Игра просто замечательна. И надеюсь, что моим подписчикам она тоже очень нравится. Если да, тогда пишите в комментариях, каких монстров вам удалось раздобыть. А еще не забывайте подписываться на канал Супер Развлекатели и жать колокольчик. С вами была Болтушка Веселушка. Чао, какао!